Битва технологий. Первое реалити-шоу в Рунете для хардвер-стартапов. Представляем проекты участников. Меня зовут Андрей Тесленко, я являюсь руководителем по развитию проекта «Мишка». «Мишка» — это интерактивная игрушка, которая действительно понравится вашему ребенку. Секрет «Мишки» в чипе, который превращает плюшевую куклу в интерактивную игрушку. Она может рассказывать ребенку сказки, читать их по ролям с родителями, петь песни, может даже учить детей благодаря функции распознавания изображений. Есть будильник и режим радионяни. Я хочу попасть на битву технологий, потому что это возможность запустить продукт без серьезных вложений и довести его до конечного пользователя. Детская интерактивная игрушка «Мишка» – участник нового реалити-шоу, которое запускает Планета.ру и Ева Инвест при поддержке российской венчурной компании. Битва технологий с 1 февраля онлайн. Следи, как передовые хардвер-стартапы борются за звание лучшего.